Всем здорово, чуваки, с вами Рома, сегодня будем играть на всем любимейшем сервере Crystallix. Я надеюсь, что вам понравится, поэтому обязательно не забудьте влепить лайк. Всем хай, хочу порекомендовать вам сервер, IP на который находится в описании. Версия с 1.8 по 1.12, заходи, не надо стесняться. На сервере есть крутой магазин, крутые острова и прочее. IP в описании, переходи, играй. Также мы видим какую-то пропасть странную, невероятную, просто перед нами, но окей. А, допустим, этой пропасти нет, ну реально, допустим, ее перед нами нет. Опять же, постоянно меня просят, ребята, снимать на признаке Crystallix, ну, я, собственно говоря, это и делаю, ребята, только для вас. У меня железная кирка, напомню вам, на эффективность 1, кто не знает со стримов, поэтому я могу копать золото спокойно, прикиньте, чувачки, то есть реально изи. Поставил РП такой 16 на 16 пикселей, вроде как людям нравится, то есть у меня весь стрим, на самом деле, ребята, просили поставить такой ресурс-пак, но я как бы окей, только я на стриме не смог это сделать, но сделал, ребят, сейчас, поэтому я надеюсь, вы влепите за это лайк, это будет очень круто. Так, продолжим копать, у меня сейчас 162 бакса, на стриме было всего лишь, по-моему, 19, то есть успел я немножечко поднять денег, но поднимал это, ребята, все на подвале. Но на подвале часто бывают замесы, поэтому там копать, ну, реально опасно. То есть я не знаю, как суперскилловные чуваки в комментариях, да, но есть там куча пвпшеров профессиональных. Я-то не профессиональный пвпшер. Вот им реально там легко. То есть я понимаю, вы играете в Майнкрафт 24 на 7, но вы умеете реально. Но я не суперпрофессионал в майне, поэтому я... Нет, я, конечно, на стриме был прошлый стрим, помните, да, там по хайпикселю на Скайварсе вообще раскидывал вообще. У меня винрейт был около 90%, даже повыше. То есть нехило так, да, но это, ребят, хайпиксель, там все-таки играют из разных стран чувачки, и там, ну, разный скилл довольно-таки реально колеблется, а в России же очень много профессиональных майнкрафтеров, как это ни странно, ну реально, вот откуда они берутся, вот неужели прям это в крови такое быть профессионалом в Майнкрафте в россиян, а? Вот я не знаю, ребят, напишите в комментариях, но это действительно так. Так, кстати, тут золото мы выкопали, не знаю, сколько за него дают, честно, да, вообще не представляю, но, наверное, как за кусочка 3 камня, поэтому, в принципе, можно даже не копать это золото, ну, для статки это хорошо, может быть, в будущем, чтобы апнуть кирку, нужно будет золото выкопать, я не знаю, честно говоря, ребят, поэтому просто тупо копаем сейчас тут. Кстати, мне писали на стриме то, что мешает этот щит, реально он мешает, то есть я его раньше не замечал, как только мне написали, что он есть, я его постоянно начал замечать, ребята, вот зачем вы написали мне о нем, ё-моё, просто тупо перед экраном щит, ребят, просто пол экрана загораживает, офигеть, то есть, конечно же, это минус, да, но это не минус Crystallix, а это минус этой версии, ребят. В этой версии, ребят, PvP из старого майна, но версия это сама 1.12.2, поэтому разрабам Crystallix пришлось идти на компромисс и делать такую вот тему. Тоже выкупаем, ребята, включен минимальную прорисовку, чтобы было вообще атмосферно, супер нереально просто. Вообще, что происходит? Кстати, хелперов, ребята, крайне много, просто поглядывайте на чат, реально, зайдите и возорите на чат, там реально куча хелперов. Но вот на вопросы отвечают не все, и далеко не на весь твой вопрос ответит. То есть, знаешь, что какой-то вопрос, и вот 50 на 50 то, что ответит. Вот не знаю, ребята, вот проверьте, зайдите реально и проверьте. Это вот просто непонятно, кстати. Вот правда это или неправда? Вот зайдите реально и проверьте, ребят, на Crystallix. Crystallix-то уже открыт, заходите, играйте, ребят. Не знаю, прекрасно знаете сайт crystallix.ru, и не что тут повторять, как бы, ну вот так. Поэтому можете заходить, играть, не забывайте то, что есть еще и другие сервера, помимо Crystallix. И можно играть и там, и здесь. Так, тут, кстати, докапываем, нормально получается. В принципе, нормально получается. Так, золото копаем. В принципе, за золото мы получаем какую-то денежку, но не знаю, насколько это много. Проверим бустеры, ребят. Давно мне тоже писали на стриме, проверь бустеры. Бустер денег, ребят, так, бустер блоков. Бустера блоков нет, ребят. И бустер денег тоже его нет сейчас. Поэтому, ну, вот проверим. Как бы не на стриме, но хотя бы на записи. Хотя бы так. Так, кстати, тоже продолжим копать, докопаем. У нас два ключа, ребята. Можем, в принципе, открыть. Я не против, я реально не против. Поэтому давайте откроем. Вот так, тут, кстати, надо докопать эти количество блоков небольшое. Это небольшое количество блоков.
Так. Опа, это кто-то... Я думал, там скин, а там реально просто голова искусственная. Ё-моё, ребят. Как я сейчас испугался. Я просто офигел, как там вот... Я не ожидал реально такого поворота событий. Офигеть. Офигеть. Ё-моё. Ну ладно, ладно. Надо спокойнее к этому относиться, ко всему. Это просто игра, тут ничего страшного нет. Это не хоррор. Ё-моё, ребят, капец. Реально, Майнкрафт так строит... Прям хорроры можно делать по этой игре. Офигеть. Кстати, я знаю, что есть Minecraft Story Mode, тоже крутейшая игра, ребят, крутейшая. Просто я смотрел по ней летсплея, там чуть поиграл, там что-то как-то долго играть, и надо за компом сидеть. А я люблю там, когда, знаешь, ешь там пельмешки или что-то типа того, включить видосик на телефоне и смотреть, просто отдыхать, скажем так, во время еды. Поэтому я так и сделал, и так, в принципе, практически весь Minecraft Story Mode просмотрел. Пишите, если у вас такая же тема, вы смотрите видосики под еду, это очень классно на самом деле, то есть сразу два дела одновременно делаете, причем одно полезное есть, а другое, ну, такое для отдыха, то есть, ну, не скучное, скажем так, дело, то есть становится реально весело есть. Блин, это круто, я мой, что могу сказать. Видим в чате всякие ютуберы там, да, у них UT на конце ников, channel, но они без ютуберки на сервере. Ну, это начинающие ютуберы, я сам был когда-то таким. У меня, в принципе, сейчас не крайне много подписчиков. Ну, конечно, это много, нифига себе. 2000 это вообще дофига. Это реально дофига, ребят. Ну, это нереально много. Но бывает еще больше. Прикиньте, бывает еще больше. Вот, поэтому я желаю только успеха всем начинающим ютуберам. Пусть они снимают ни в коем случае не грустный, а только веселый контент. Реально, такой веселый, интересный. Главное, чтобы развлекали людей. Потому что это... В контенте это, на самом деле, ну, такая главная тема. То есть развлекали людей, чтобы люди просто проводили время свое как-то хоть. То есть не скучно так, сидя просто, не знаю, читая биологию, да? А можно на фончик поставить какой-нибудь стрим, там, видосик, по-моему. Или что-нибудь типа того. То есть это очень полезная тема, на самом деле, чтобы вы не скучали. А не скучать это важно на самом деле, то есть это поднятие настроения, это выработка всяких эндорфинов, короче, это круто, ребят, это реально круто. Поэтому я рад, что вы ставите лайки, под стримами вообще дофига лайков набирается, я прям реально готов стримить из-за этого, просто реально под последними стримами куча лайков. Под видосиками я не знаю, но, по-моему, тоже неплохо все. Поэтому, ребят, если вам нравится видосик, то вы можете всегда поставить лайк. И не забывать надо об этом, потому что лайки — это хорошая тема довольно-таки. Она очень помогает ютуберам понять, какой контент нравится зрителю, какой нет, какой лучше снимать, какой лучше не снимать вообще. То есть используйте лайки и дизлайки. Если вам видосик нравится, конечно же, поставьте дизлайк и напишите в комментариях, почему и что стоит исправить. Потому что если просто дизлайк ставят люди, ну, такая тема, знаете. Ну, фу, ладно, как ютуберы знают, что вам не нравится? Вот никак не узнают. Поэтому, в принципе, вы ничем не поможете никому. А так вы помогаете просто. Делайте доброе дело, пишите, как бы, что вам не нравится. Некоторые, даже большинство подавляющее, не ставят дизлайки, а просто пишут там, все норм, там, типа, ну, говоришь нормально, видосик вроде в хорошем качестве, но вот такой-то аспект у тебя, ну, хромает. То есть это тоже, в принципе, хорошая тема, поэтому, ребят, дерзайте. И, кстати, как вы уже могли заметить, комментарии попадают в каждое видео, поэтому пишите комментарии, реально у вас есть огромный шанс попасть в следующее видео. В этом видео будет 3 комментария, ребят, это очень четко, раньше было 1, сейчас подняли до 2. И сейчас в этом видео уже до 3, то есть это очень круто, по-моему. То есть я всегда говорил, чем больше комментариев, тем больше будет их в следующем видео. Не проблема, ребят, то есть можете даже таким образом распиариться немножечко, то есть на вас может даже кто-то подпишется, то есть это очень прикольный способ реально свое мнение оставить под видео и еще плюсом себе подписчиков заработать. Это очень классно. Это реально классно, ё-моё. Так, кстати, докопаем. Я вот так уже просто заговорился, копаю тут на автомате. Прикольно. У меня был текстус пак красивым небом, сейчас, к сожалению, ребят, его нет, я опять его потерял, я не знаю, как их теряю, честно. То есть, ну, не знаю, как я их теряю, но, в общем, у меня был такой РП. Сейчас небо такое синее, дефолтное такое, ну, не знаю, пишите, ребята, ваши любимые суспаки, потому что мне писали в ВК пару человек, но под видео почему-то никто РП не пишет, не любит вот под видео ресурс-паки писать, а вы можете написать, вы можете пойти дальше, скажем так. Давайте, кстати, откроем кейс, яблоки, не говорите, что мне сейчас выпадет яблоки, только не говорите этого, яблоки снова, так, ничего не выпало вообще, как? Ладно, последний, ребят, последний кейс. Подвал. Яблоки. Ай, ребята, ну чё поделаешь? Ну яблоки падают, реально.
Капец. Кстати, написали в группе Кристалл, что... О, трава какая прикольная. Нормально, ребят. Это тоже, кстати, прикольная трава. Блин, мне нравится РП. В группе Кристалликса написали то, что скоро изменит аукционную систему. Я буду очень сильно этого ждать, потому что аукционы — это хорошо. Если что, слэш AH, то есть очень крутая тема, и скоро их доработают. Поэтому, ребят, играйте на Кристалликсе, играйте на сервере, который был перед видео. Ставьте лайки. Спасибо за просмотр, реально. Просто спасибо за лайки, просмотр. Скоро снидите в душ. Блин, ребят, подстава какая, от админов Кристалликс. Ладно, всем удачи, пока-пока.